В этом году курские полицейские выявили более 15 тысяч нарушителей правил тонировки автомобилей. За управление транспортным средством, на котором установлены стекла, пропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, следует наложение административного штрафа в размере 500 рублей. При составлении административного материала водителю также вручается требование о прекращении противоправных действий. Водителям, которые не выполнили требования полицейских в установленный срок, грозит штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. Затемненные стекла негативно влияют на безопасность на дороге. Обзор для водителя значительно ухудшается. Увеличивается время реакции, снижается расстояние и скорость распознавания объектов в темное время суток, тем самым повышая уровень опасности на дороге. Особенно высок риск в ночное время, когда отсутствие достаточного освещения может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Станислав Костиков при содействии отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Курской области. События дня.